Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что же, забираем свои ежедневные награды. Это за Лигу Сёгунов 2 звезды. Сейчас, кстати, посмотрим, где я нахожусь. На каком месте. Кстати, друзья мои, я не понял, где вы говорили забери 200 долларов за терпение. Что-то нету такого здесь. Может быть, я продинамил. Так, ладно. Тут мы забираем с тобой награду. Сразиться в боях, плюс пройти одну серию испытаний. Сейчас мы с тобой все это дело будем делать. Так, змейка Вьюн. Кстати, у нас с тобой очень много, да? ДНК, это все надо обменивать и прокачивать ему навык. Так, для этого нам нужно с тобой еще найти 5 ячеек крэнгов. Ну что ж, давай попробуем найти. Пока ничего не получилось. Так, я назвал ячейки, да? Ну, силовая ячейка крэнгов, правильно. Так, одна есть. Одна есть. Вторая. А нам нужно 5. Нам нужно с тобой 5 их найти. Так, тут микроскоп. Опять микроскоп. Ну, хорош, дайте... Да ёпрса ты, ну серьезно. Чё за непруха-то, я не понял. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, силовую ячейку крэнгов. Так, это третья. Еще нужно 2, получается, да? Еще 2. Последнюю. Все, последнюю даете, я от вас отстаю. Так, прокачиваем с тобой споровая буря до, ну, как говорится, 5-й ступени, друзья мои. Правда, я сюда вбухал весь мутаген. У меня осталось всего лишь 2000. 2000 мутагена. Ну что, нам нужно еще поднять уровень персонажу. Как-то. А вот как? Ну, давай, наверное, пройдем с тобой для начала серию испытаний. Вот это вот, пожалуй, замутим. По-быренькому пробежимся, да? А потом уже будем прокачивать персонажа. Так, ну что у нас тут? Ванюша, дорогой, да, наш? Ну, ладно, Ванечка. Приступим. Так. Ну-ка, Усаги, бомбани его. Шикарно. Так, теперь этого уничтожили. Рафаэльчик. И Бакстер Стокман добил. Молодец. Последние бойцы. Так, здесь лучше, наверное, применить массовую атаку, которую у меня нету. Сейчас, подожди, потерпи. Вот, видишь, Усаги готов сделать. Надо было только дождаться хода. Вот он крутит пургу. Так, ну что, в принципе, эти все дуплятся. Вот кто для нас главный противник. На. Вот и все, об этом я тебе и говорил. Ну что же, отлично, мы прошли с тобой серию испытаний. И теперь, как я и обещал, будем поднимать уровень персонажа. Но это будет кто-то самый-самый такой слабенький, потому что очень мало мутагена. Так, давай, наверное, заберем ревард здесь. Так, и теперь смотрим. 2500 мутагена. Не очень, конечно, много. Так, на Леонардо хватит, на оригинала? Нет. Так бы я ему 48 уровень смог бы сделать. Ну ладно, ищем тогда еще слабее. Давай что-нибудь... Во, Леонардо Космос. Отлично. Даже вот так вот сделаю. Нет, еще один уровень. 34 левел он получил. Мы с тобой забираем здесь все награды. Шикарно. Ну что, ребята, пойдем на арену. Турнирная арена нас ждет. Не забывайте, что у нас разыгрывается Рафаэль оригинальный. Это достойная награда для меня, по крайней мере, потому что Рафаэля оригинального у меня нет прокачки на 5 звезд золотых. Поэтому я буду рвать здесь. Ну-ка, 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 что у нас тут? Энтони, давай Энтони возьмем. Возьмем с тобой Энтони. Так, тихо, подожди. Тут 52 уровень, так что... Что я тебе могу сказать? Вот так вот начнем. Слушай, подожди, я не погорячился ли, а? Взять одного Усаги? Да нет, в принципе, 52 уровень. Мы должны с тобой просто их рвать. Сейчас проверим хватку нашего Усаги. Что у нас из этого получится? А получилось практически... Да не практически, а вообще найсово. Но это опять же повезло, что он повесил постепенный урон. А так бы, если бы не было, он бы сделал ход. Но убить вряд ли кого-то бы там убил. Ну что же, 10-я позиция. Мы с тобой продолжаем. Сейчас будет бой, и мы перейдем с тобой на следующую лигу. Это что такое, я не могу понять. Это
Что это? Кот, что ли? Мне не понять лично, что это за существо такое. Так, ладно. Давай Дави возьмем с тобой. Возьмем Дави. Возьмем обратно Усаги. И вот этих вот отыграем. Тут, как видишь, пока 55 уровень. Не такой уж слишком большой, да? Ну, для меня хватит. И для Усаги, в принципе, тоже. Если что, ну, слабенькие, наверное, помогут добить, да? Пятидесятнички. А ну-ка. Великолепно. Ну, ты сам видел, да? Постепенно урон все-таки сделал свое дело. Сегодня у нас будет еще испытание здесь проходиться. Для черепашек-ниндзя оригиналов. Так, ну, да, вот мы с тобой уже в Сёгуне 2 звезды. Ну что, попробуем сегодня дойти с тобой до Лиги Мастеров. Хотелось бы попытаться, да? Потому что неделька-то уже, друзья мои, близится к закату. А у нас, как говорится, еще конь не валялся. Нам столько еще нужно с тобой сделать, что, мама, не горюй. Так, друзья мои, напишите мне в комментах, по каким играм в ближайшее время вы хотели бы увидеть видосики. Вот, потому что мы сейчас с тобой зациклились маленечко. У нас идут всадники Олуха, драконы, да? Плюс черепашки и Маднес, безумные черепашки. И на втором канале у нас что происходит? Ну, Мафию 2 проходим, да? Сейчас вот выходит еще очередная серия Castle Storm. И я не знаю, ребята, как вы смотрите, если мы начнем с вами прохождение Uncharted? Вот только я не знаю, начинать с первой части или с последней, с четвертой? Напиши мне в комментарии, не могу пока определиться, понимаешь? Или же, может быть, какую-нибудь другую игру. Игр на самом деле очень много, но я вот не знаю, стоит ее проходить, не стоит. Видишь, мне уже пишут, Мафию третью проходить не стоит, типа она неинтересная. Но у меня, поверь мне, еще в Мафии 2 там хватает контента. Там еще целое приключение будет. Сейчас мы проходим за Джимми. И там еще будет дополнение тоже про Джимми. Так что на втором канале пока все нормуль, в принципе. Но все равно рекомендации иногда, ребят, подкидывайте какие-нибудь. Если какая-то новая игруха выходит, о которой я, например, не знаю или не слышал, тоже пишите в комментах. Хотя бы, чтобы на обзорчик попало. Так, ну что, давай тогда двигаться дальше. Здесь мы с тобой возьмем Дэвина. Возьмем Дэвина, Леонардо обратно возвращаем в команду. Слушай, я так думаю, мы... Слушай, нам придется отыгрывать вот этих вот персонажей, знаешь почему? Если мы хотим с тобой добраться до Лиги этих, как его, мастеров, да, до Лиги Мастеров сегодня, то нам нужно отыгрывать чуть ли не всех персонажей, даже слабых. Поэтому на одном энтузиазме от Леонардо мы не уедем. Вот так-то я тебе скажу. Ну что, здесь мы с тобой их всех добиваем. Ну и довольно неплохо проходим. Зато отыграли довольно слабых персонажей. Это уже большой плюс к нам. Так, ладушки, давай-ка дальше тогда двигаться. 54-я позиция. Угу. Так, 54-я позиция. Может быть, нам взять Ариханта? Давай Ариханта возьмем. Будем опять с тобой делать. Хотя подожди-ка. Я просто хочу проверить, сможет ли Леонардо справиться вот с этими бойцами. И плюс ко всему вот этих слабачков. Блин, если он сейчас сфейлится или промахнется, или не добьет, полетят у нас головы по клочкам, по закоулочкам. Точнее, клочки по закоулочкам полетят. Ну, трындец, по-моему, да? Доигрался. Чудом просто, чудом Шреддер классический нас спас. Ну, Леонардо, да, все-таки сдает позиции, он уже не справляется в одиночку. Придется кого-то брать ему в компаньоны. А кого? Да, в принципе, у нас есть там и Змейковьюн, и Карайка, да кого хочешь. Единственное, чтобы у них была инициатива хороша, да? Чтобы он ходил, этот, как говорится, напарничек, сразу же после Леонардо. А не ждал там чего-то там у моря погоды, да? Когда там наступят тихие ночи,
выглянут звезды, чтобы он сразу ходил. Если кого-то не добивает Леонардо, чтобы второй. Вот, вот типа такой нужно было команда, и у нас довольно неплохо получалось. Обычно, где у нас стопроцентная каточка, да, это когда Леонардо вместе с Усаги. Там, ну, никто их не переплюнет. Единственное, если мы, конечно, возьмем в команду Микеланджело, то Майки, естественно, потому что у него офигенная инициатива. Он самый, как тебе сказать, уворотливый малый, да, поэтому он, естественно, ходит первым. Тут ничего не поделаешь. Ну что, Фабио, ты мне бросаешь вызов, да, своим пальчиком корявым. Ладно, принимаю. Я принимаю твой вызов. Так, подожди-ка, давай-ка мы возьмем, наверное, Донни. Да, Карайка, успокойся. Возьмем с тобой Донни и раз, два, три. Вот такие вот. Блин, тут 61 уровень, кстати. Особо-то баловать не стоит. Я имею в виду прикалываться. Надо сосредоточиться по полной программе. Добивай их, Донни. Молодец. Ну что, пока идем с тобой ровно, без сучка и задоринки. Мне нравится, я надеюсь, тебе тоже. Так, что дальше мы можем с тобой предпринять? Это мы только всего на 3 звезды заберемся, да? Потом еще... Ой, еще боев, наверное, 6-8 делать надо будет. Так, а здесь я возьму, наверное, Илью. Вот, Илью мы с тобой возьмем. К нему... К этому Илье вместе с Леонардо возьмем Караечку. Ну и дальше вот этих вот. Слушай, а у Карайки, ну у Карайки инициатива, по-моему, да, у нее хорошая, но если прокачана, опять же. Так, ну что, тут Хан, у него тоже инициатива не слабенькая, поверь мне. Но он должен упасть, по идее, от Леонардо. Они все шлепнулись. Вот что я тебе хочу сказать. Все упали, распластались. Тем лучше для нас. И мы с тобой, скорее всего, сейчас перейдем уже в Лигу Сёгунов 3 звезды. Так оно и происходит. И местечко у нас с тобой 97-е. Ну что, продолжаем. И возьмем мы с тобой Грэхэма. Опять же, Леонардо. Так, опять же, мы с тобой возьмем, наверное, Шархана. Или Тигриного Когтя. И вот такую вот команду. Так... Поехали. Ну что, делаем вертушку. Смотрим, падают или нет. Угу, не все. Добьешь, тигр? На изи. Конечно, добьет. Куда он денется? 70 уровень. Тем более у них там здоровье на расплюнуть было. Я бы очень удивился, если бы он промахнулся, или бы... Или вообще бы не попал. Ну, промахнулся, попал то же самое. Или бы попал, но отнял очень мало здоровья. Вот это было бы, да, для меня. Это вот как в этом Всаднике Олуха, да? Когда противник, ты думаешь, вот сейчас я его добью. Бац, а у тебя персонаж просто берет и промахивается. Из-за этого промаха вся катка летит к черту. Вот, вот это меня, честно говоря, бомбит. Ну, не зря эти игры от одного производителя, да? От Луди этой. Так что у них система боевки, в принципе, похожа. Что тут не знаешь, чего ожидать, что там не знаешь, чего ожидать. Нет какой-то стабильности и ясности. Как-то вот больше к рандому все идет. Так, ну что, Леонардо выжил, да? Но это ненадолго. Буквально на укус один. От нашего Армагона. Наконец-то, ребята, я там скачал себе легенды Дракомании, по-моему, вы просили, да? Игра такая. Я посмотрел, скачал ее. Там вроде бы такая, про дракончиков тоже бои. Ну, в ближайшее время, короче, ждите выпуска по этой игре. Так, ну что, у нас с тобой ранг 70-й. Ягами. Ну, давай Ягами возьмем. Ну, пускай Рокзар будет, уж смотрю, он просто не терпится ему попасть в команду. Пускай стоит. Мы его, если что, с тобой в провокацию можем влепить. Или же добить кого-нибудь, если нам надо будет. Уровень-то, конечно, здесь серьезный. Ага. Я возьму, наверное, стоечку все-таки. Угу. Ну все. Теперь ответочка поехала. Понятно, дело мимо. Так, нам надо ушатать, ну да, Рокула в первую очередь. И Рафа. Все.
Я считаю, что очень даже круто получилось. Ну что, двигаемся дальше. Слушай, а что ты скажешь, если я на своем втором канале с нуля начну проходить Mortal Kombat 10 и 11? Я так и не проходил основную сюжетку на них. Мне просто хочется, ну вот я не знаю, поиграть для себя или все-таки на видосики поиграть. Пиши в комментах. Я уже давно собирался как-то к файтингам перейти потихонечку. Скоро Shadow Fight 2 у нас с тобой подоспеет. Я вроде бы отошел от сенсея. Так что, друзья мои, будет опять раздиралово, куча нервов и тому подобное. Только вот я не знаю, стоит ли мне ее снимать здесь, на нашем вот этом канале, потому что там наверняка будет много плохих слов, а я как бы не хочу здесь своих маленьких подписчиков как бы расстраивать грубыми словами. В общем, пишите, что вы на этот счет думаете. Ваше мнение, как говорится, очень важно для меня. Так, ну а мы продолжаем с тобой. Так, вертушечка. Опс. Да ну, вот что мне сейчас надо сделать? Ну вот смотри, вот сейчас же распишут меня здесь, а. 59 уровень, да? Ну, предположим, я поставлю защиту. Предположим, ребят. Спасет она меня как-то? Блин, сомневаюсь. Так, вот кролики. Ай-яй-яй-яй, и кому это достанется? Ну что, вот хиляться? Давай. Такой хил, правда, у него, я тебе скажу. Слушай, мы можем уничтожить, попытаться, по крайней мере. Беспонтово. Все, крышка нашему майке. Оу, так даже? Тихо-тихо-тихо. Слушай-ка, а что это они вдруг вот так вот решили разыграть-то? Так, ну давай, наверное, наш рендер с тобой упакуем для начала. Так, дальше. Дальше что? У этот с контратакой... Блин, я не знаю, давай попробуем кролика все-таки наказать. Ага, наказал. Так, 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 я вот все не могу никак понять. Или, ну, нам, наверное, придется сделать вот так. Теперь сделаем вот так. Ай-яй-яй. Сможет добить? Но ведь опасно. Ладно, потом, по-моему, будет ходить Леонардо у нас, да? Лео, да, ты. Фу. Смахнул, как говорится, холодный пот со лба, потому что я действительно стал переживать за нашего Майки. Он чудом выжил в этой битве. Провокатора нет, я стоял как... Знаешь, как голая эта курица, которую общипали и выбросили. Она, значит, стоит и смотрит по сторонам и не знает, куда бежать. И вот у меня сейчас такая же была ситуация. Я стою и просто в недоумении, что мне делать, как спасать Майки. Ну, видишь, слава богу, Леонардо инициатива хорошая, и он успел нагнать этот круг порочный, да, и разорвать. Так, ну что, мы с тобой возьмем, ну, я думаю, в последний раз мы с тобой берем слабых персонажей, да, и уже будем отыгрывать таких среднячковых. А здесь я возьму Усаги. Ну, это уже стопроцентная подстраховка, потому что слишком слабых персонажей я взял с собой. Ну что, давай влуплять. Поехал, родной мой, поехал. Красавчик, жги. Угу, угу. Сплинтер, хорош выделываться. Получи и распишись, парень. И готов, парнишка. Вот таким вот макаром мы с тобой решаем наши вопросы, проблемы. Двигаемся далее. Сколько у нас там? Ага, 30-я позиция. Ребята, скоро уже будет Лига Мастеров. Так, секунду. Угу, возьмем с тобой Дави. Возьмем с тобой Дави. Вот так вот. И поехали уже вот этот основной, так сказать, средний состав будем отыгрывать. Ну что же, влупим, наверное,
Рок-н-ролл, да? Кстати, вот еще я вспомнил, знаешь, какую игру мы с тобой давно не играли? Iron Maiden Legacy of Beast. Помнишь, такую мы играли? Но меня действительно бесило то, что там вот музыка, а там же играет композиция Iron Maiden, да? Она же запрещена как бы для Ютуба. И мне постоянно приходилось вырезать эту музыку. Я не помню, там, по-моему, даже нельзя ее как бы сделать тише или еще что-то. А в другом случае, да, мы с тобой играем, и что мне делать? Вставлять свою музыку. Это же сколько мне, например, на 40-минутный ролик искать какого-то рока левого. А так-то игра прикольная, ребята. Каждый месяц мне по 3-4 всяких обновлений входит. Там уже столько этих существ, монстров, кого там только не добавили. Надо как-то, может быть, тоже зайти, что ли, глянуть. А почему бы нет? Fallout Shelter у нас с тобой висит тоже давно. Я еще его так и не допрошел, ребята. Мы еще даже с тобой там не полностью развились, если честно. По идее, так если вспомнить, сколько игр висит у нас. Очень много. Вот вы спрашиваете, а вернешься ли ты в игру, где у нас зомби против свата, да? Против спецназа. Ребята, я бы вернулся туда. Но поверь мне, у меня прогресс именно по защите. То есть по тому, что вот зомби на нас идут, и мы должны добиваться. Никакущий. Они меня просто распетрушивают там. Я не знаю, я сделал себе такую цель определенную. В течение месяца заходить, открывать награды, да, и сундуки вот эти за рекламу. Что-то мне это не помогло существенно. Ну, а так бы, конечно, надо вернуться, потому что там у нас с тобой больница не пройдена. Я как вспомню, какие там твари, которые это, шокерами бомбят, по потолку ползают. Меня же в дрожь бросает. Это, по-моему, одна из самых таких вот сложных для меня игр. Хотя там кто-то писал, я эту больничку прошел на 3 звезды и в ночное время. Что-то я так сомневаюсь. Или ты, парень, там вбухал туда бабла немерено. В этом случае, да, ты можешь пройти ее. Либо ты такой задр, что ты там сидел просто, знаешь, вот год безвылазно. Тогда тоже поверю. А так, ребят, я не знаю, как там, как там быть. Ну, опять же тебе скажу, что на мобильнике играть в такие игры проще, потому что там пальцем кликаешь, да? Экран маленький, пальцем тебе намного удобнее передвигать все эти манипуляции. Здесь экран большой, и вот мышкой неудобно щелкать там, щелкать здесь. Прицеливание взять, навести, как бы. Я из-за этого даже не могу пройти уровень в этих, в растения против зомби. То же самое, там надо и применять заклинания, плюс выставлять растения, все это тяжело. Я на мобильнике ее прошел. На компьютере не могу. Понимаешь? Вот так вот. Ладно, ну что, возьмем с тобой Эдгара. Берем Эдгара, двоих наших парней возвращаем. И тут уже осталось чуть-чуть отыграть. 60-й левел сейчас добьем, а там уже и топчик подойдет. Ну что, давай, поехали. Саги, как всегда. Молодцом. Так, постепенку, опять же, не на всех повесил. Давай чисто для прикола сделаем вот так вот, смотри. Опа. Понял, да, почему я назвал это приколом? Вот так вот, чтобы их уничтожил просто постепенный урон. Кровотечение. Так, ну что же, двигаемся тогда далее с тобой. Лига мастеров. Так, интересно, мы успеем хотя бы... Нет, перейти не успеем. Но приблизимся к Лиге мастеров 2 звезды. Это факт. Раз, два, три. Так, все. Где-то еще 3-4 боя у нас с тобой будет. А если брать еще тех сопляжуев, то, наверное, где-то 6. Да, скорее всего так. Ну, не знаю, ребят, сегодня, наверное, мы еще попробуем с вами, точнее, я попробую поиграть, если успею. Прикинь, сейчас 5 часов утра, мне сегодня на работу, в 6 вечера. Я не ложусь спать, сижу тут, дрынькаю. Но это специально, ребят, потому что в ночные смены я предпочитаю ночь просидеть, днем отоспаться, чтобы на работе не спать. И вот, кстати, из-за этого у нас на севере, да, очень тяжело все это происходит. И со здоровьем проблемы,
как говорится, и сбиваются биологические часы. Люди, которые приезжают сюда к нам, например, с югов, они вообще в шоке, потому что, ну, ты сам знаешь, знаешь, что такое полярный день? Это когда летом нету ночи, то есть постоянно светло, как днем. А зимой наоборот, практически нет солнца. То есть всю зиму солнышко вылезло на час, и все, и в темноте. То есть при фонарях. Вот так вот, друзья мои. Север — это такая штука. Надо заработать на пенсию и сваливать куда-то потеплее, мне кажется. Нечего здесь делать. Так, бомбанем. Надо уничтожать этого Рафаэля. Давай вот так вот. Споровая атака. Слушай, это хорошо, что у нас еще и атаку мы понизили, да, на Рафаэля. Все, готов. Так, ну что же, двигаемся с тобой потихоньку дальше. Кстати, мы можем с тобой поиграть в какие-нибудь стратегии, если есть такое желание. И я, знаешь, что еще думаю? Я вот подумаю о том, чтобы сделать один канал отдельный, но там будут игры без озвучки, которые я буду просто проходить. Ну, ты понимаешь, да? То есть, вот в таких вот играх, да, где мы говорим с тобой, общаемся, очень много приходится там монтажа, потому что где-то не получается, там вырезать приходится, вот это все. Какая-то ошибка, это все переозвучивать опять, вот это вот заново. Ну, ты понимаешь, да, это все очень муторно. То есть, у меня уже голос иногда, вот порой, вот как сейчас, вот охрипевает, мне надо попить газировочки, чтобы немножко, как говорится, остепениться. Фух. Сейчас, секундочку, хлебну маленько. Ну вот, вроде бы полегче стало. Так, у нас с тобой еще, по-моему, один бой остался. Сделаем его и будем уже идти на испытание. Так вот, а на том канале, ребята, будем проходить какие-нибудь глобальные мощные игры, большие, крупные, да? Ну, в два раза быстрее. Почему в два раза быстрее? Потому что мне не надо будет там говорить. Я буду просто проходить и, например, при монтаже вырезать обычные моменты, которые не получились. То есть в разы все это получится быстрее. Тут же как? Я рад снимать, например, и по 3-4 часа, да, например, игру. Но столько болтать я не могу. У меня начинает сразу горло болеть. А я как представлю, что у меня впереди еще там 3-4 выпуска игр. Мне аж плохо становится. То есть, ну, прикинь, да, вот так вот подумай и выскажи свое мнение. Достойно ли этого? То есть это, получается, игры без комментариев. Вот так вот. Но с прохождением, с полным. Так, здесь у нас остается Джоанна. Давай, наверное, возьмем. Последний это бой у нас на сегодня, именно на арене. Так, ну-ка. Ну где там? О, прикинь, мы с тобой всех абсолютно героев отыграли сегодня. Это, кстати, круто. Так, уклонение нам, наверное, не нужно. Кто у нас тут по инициативе рулит? Вот, Майки. Шатаешь его, нет? Нет. Ну, Лео сейчас, ой, Лео. Усаги, конечно, уничтожит сейчас всех тут. Не всех, а вот Майки точно. Так, давай, наверное, сделаем, да, вертушку будем делать. Я хотел пробивным тут, потом подумал, рук среди еще остался. Так что не стал рисковать, потому что Бибова этого точно бы снесли на его 30-м-то уровне. Все. Так, ну что, неплохо, ребята. Мастер, одна звезда, позиция у нас с тобой 33-я. Неплохой, я тебе скажу, результат. До конца недели мы с тобой поймаем топчик. Ну, а теперь, естественно, пойдем. Давай-ка в магазин заглянем, кстати, посмотрим, что у нас там имеется. А у нас тут ничего не имеется, к сожалению. По жетонам все, по монеткам кисло, по жетонам тоже не очень хорошо. Ну что, пошли на испыталку. У нас Усаги против духа будет, да, испытание. Ладно, фиг с ним. Сцены насилия. Так, окей. Тут еще подумал, может быть, в ближайшее время Strike Force надо запилить серию. Там новых двух персонажей я получил. Ну как новых? Они не новые, просто они для меня новые. Это
призрачный гонщик и Корвуса я, по-моему, открыл. Ну, получил ДНК на него, надо только его активировать. Так что пиши, хочешь ли ты увидеть в ближайшее время или же нет Strike Force, это от Marvel. Так, что у нас тут? Планы, конечно, грандиозные, ребята, но ноябрь месяц, скоро пойдут новинки. Скоро еще выйдут новые консоли, я фиг знает за что хвататься. Да, серьезно тебе говорю. Я вначале хотел, думал и то купить. Сейчас сижу, думаю, ну-ка нафиг, это целое состояние на этом, ребята, оставлять придется. И тоже вот, как ваше мнение, что лучше, брать все-таки с CD-приводом консоль или же без CD-привода? Я так понимаю, разница будет только в одном, что ты не сможешь поиграть в игры, которых ты можешь, ну, на диске или еще что-нибудь. То есть покупать только цифровые версии. Или же какая-то там еще есть подоплека, которую я еще не знаю или просто не разобрался. Тоже можешь написать в комментариях. Мне очень прикольно читать ваши, ребят, комментарии, особенно которые развернутые такие, ну, подробные, а не то, что там я первый, я второй. Спорят там еще между собой, кто первый, кто второй. Я не знаю, для чего это все. Ребят, не имеет разницы, первый ты или второй. Разница имеет то, что ты пришел и посмотрел видосик. И мне уже приятно, что тебе это надо. Понимаешь? Вот и все. Что я не впустую как-то там это все делаю. Так, ну что, давай бомбанем тут массовой атакой. Че я тут буду тютюкаться? В плане, ну вот как вот он 20 уровень. Вот железноголовый 80 уровня не мог уничтожить, блин, какого-то кланфутовца 20 уровня. Там не было, ребята, этого, по-моему, отложенной смерти. Там не сыграл. Я, по крайней мере, не видел ауры вот этой вот. Если ее не было, как он выжил? Просто разрыв мозга. Ладно, начнем. Так, тут у нас сосунок. Вот такой ауры не было, когда мы ракетами бомбили. Так, давай добьем тут этих мелких шитиков. Крякает что-то мне здесь. Так, переходим на вторую волну. Тут опять же у нас, да, с тобой кланфутовцы. Ну, давай, наверное, зарядик сделаем. Вот тут видел я, ребята, что волна была. То есть отложенная смерть. Окей. Дальше что у нас тут? Майки и Рафаэль. Ну что они нам сделают? Вот скажи мне, пожалуйста, 90-м, 80-м уровнем. Да ничего абсолютно. Тут все пройдем с тобой идеальненько. Единственное, что да, не забываем про глючного босса, про Маузера, который мозги нам выпотрошит. Так, последний не нужен нам персонаж, это Майки. Но здесь мы с тобой быстренько пройдем. Правда, уже волн будет 4 штуки. Ну ничего страшного. Что, понеслась? Так. Блин, отлично. Не отлично, вот они меня бесят. Вот с этим вот, с этой отложенной своей смерти. Причем непонятно, как она срабатывает у них. Рандомно или на постоянку. Непонятно. Видишь, один упал, трое остались. Вот как хочешь, так и понимай. Так, выбили. Переходим с тобой на третью волну. Кто у нас на третьей волне? Леонардо плюс Донателло, да? Так, Лео упал. Давай так сделаем. А? И уничтожаем. Так, и последняя волна у нас. А вот и Маузер гигантский. Ну, здесь все легко и просто. Все, ребят. Отдуплился он. И мы с тобой двигаемся далее. Вот теперь у нас, по-моему, начинаются идти оригиналы, насколько я помню. Да, и первый это будет Майки, потом Рафаэль. На Донателло как раз у нас глючный Маузер будет. Так что мы не тратим с тобой все эти суперудары. Плюс не забывай, что у нас уже Рафаэль сотого уровня. Ух, там ему не поздоровится. Так, надо будет нам с тобой в ближайшее как-то время, я не знаю, может быть, Майки тоже прокачать до соточки. Ну, это, наверное, уже будет после того, как мы Бакстер Стокмана прокачаем до 90 уровня. Хотя я хотел заняться Шреддером и вот все думал насчет Джастина. Вместе со Змейковьюном, кстати, тоже. К
как-то вот все это нужно сделать. Блин, мутагена не хватает катастрофически. Покупать я, ребят, тоже не вижу смысла. Я вам уже показывал, какие там расценки и сколько ты получаешь. Это бред собачий. Покупать его за доллары. Так, ну что, влупляем. Окей. Да не все, что ли, здесь, я не могу понять, с отложенной смертью, а? Припаривают, конечно, немножко. Так, ладно, давай дальше смотреть. Вот она, команда, да? Не хватает сюда кого? Донателло и Сплинтера. И была бы вся команда в сборе. Киберпанк, ребята, у нас, как обычно, опять перенесли, да? На 2 недели. Что у нас там еще? Deadlight, по-моему, выходит уже в следующем году, а не в этом. Все как-то, ребята, все меняется. Меняется. Хочешь одно? Тебе не дают ничего такого. Сейчас пока новых релизов каких-то не намечается больших. Но вот следующий год, по-моему, будет вообще трешовым по играм. Там и Resident Evil, кстати, новый, да? Деревня выходит. Village. Что там у нас еще? Да там дофига, вот Deadlight 2 выйдет. А нет, кстати, у нас здесь, по-моему, выходит одна игрушка. Я вот не знаю. Ассасин вот это вот, Вальхалла. То есть, где мы играем с тобой за... Как их там звать-то? За викингов, по-моему, да? Вот интересно, стоящая игра или нет? К ней будет еще 3 DLC. Это мне чем-то напомнило игру Assassin's Creed, вот которая перед этой была. Как она там называлась-то? Ты понял, да? Типа старые времена. За девчулю там играешь. С головы вылетело. Сейчас просто каша в голове. Еще не выспался нифига. Точнее, даже не ложился спать. Не вспомню, но вот... Вальхалла, я не знаю, может быть, нормальная будет игруха. Хотелось бы услышать ваше мнение. Кстати, что я делаю? У нас тут... Мы не до Доника с тобой дошли, а то я суперудары трачу. А тут бац, и босс будет у нас с тобой. И вот попляшем тогда мы здесь. Ладно, у Леонардо есть вертушка еще, если что. Пускай остается. Просто мне надо знать, врубать мне эту ярость Раф или нет. Так, Дони здесь. Ну что ты, что ты, что ты, роднулька? Ну успокойся. Смотри-ка. Сделал небольшой удар, а? Сделаем защиту. Это волна 3, да? Значит, будет босс. Будет, друзья мои, босс. Так. Давай уничтожаем. Ярость Рафа активируем. И пошла бомбежка. Ну что ты со своей бомбочкой никчемной, а? Получил. И добиваем. Так, будет Маузер или нет? Да, лишь бы не глюкануло у нас на нем, когда он будет кричать. Надо его сразу как-то уничтожать. Так. Окей. Фух. Это, по-моему, не тот, да, ребята? Я просто, видишь, замер предвкушение того, что сейчас вылетит у меня игра. Но ничего не вылетело, и это хорошо. А, так это Рафаэль только лишь. До него только будет, ребята. На нем глючит у нас босс. На Рафаэле это все нормально. Ладушки, напряглись тогда. Поехали. Так, секунду. Хм. Уже не хватает силенок нам пробить даже их, как ты видишь. Они еще и кастанули себе броню. Молодцы. Что я тебе могу сказать еще? Давай уничтожать. Раз. Сняли. Добили. Так, ну здесь мы с тобой держимся до последнего. Уже в конце будем активировать уклонение. Будем активировать ярость Рафа. Хотя уклонение не надо. Оно нам не пригодится. Все надо на усиление атаки. То есть провокацию, да, на Рафаэля надо будет делать, потому что он будет бомбить, чтобы Раф мог ему сразу сдачи дать. Маузер, вы достали, ну серьезно, а? Просто достали.
Так, ну-ка. Окей. Добиваем. Переходим с тобой на третью волну. Смотрим, что у нас тут. Вот они, родные мои, да? Так, это предпоследняя волна. Так что, ребята, сейчас мы сколько сможем уничтожим. И будем уже активировать с тобой ярость Рафа и провокацию. Угу. Броню повесили. Так, на Донателло, да, наезжает? Ну, успокойся, я тебе сказал. Получил свое. Так, ну-ка. Ну, на всякий случай сделаем с тобой уклонение, так уж и быть. Дальше я хочу сделать ярость Рафа. Провокацию уже потом. Поехали. Блин. Тихо, 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 тихо. Фух, повезло нам крупно опять с тобой. Делаем с тобой защиту. Хиляемся. Давай бомбить, фиг с ним. Уничтожаем. Все, погнали. Вот с этим маузером нужно быть посерьезнее. Он глючит. Так, берем провокацию с тобой. Ага, давай Рафаэль ему. Поехал, Майки, у тебя двойная атака, двойная. И это хорошо. И пробивное все. Вот тут у нас получилось замечательно. Вот первый раз он кричит, все нормально. Во второй раз, когда он начинает кричать, ребята, у меня игра вылетает на рабочий стол. Все. Ну что же, Донателло оригинал у нас с тобой в карманчике. И остается Леонардо. Поехали. Последний, так сказать, у нас заход. Маузер. Ну, здесь уже можно применять, как говорится, все массовые атаки. В конце мы Маузера с тобой разберем в любом случае. Никуда он не денется. Да чтоб тебя. Вот каждый, да, вот паршивец. Я думал, сейчас каждый будет делать. Практически так происходит. И кастанули себе броню еще, а? Вот упыри. Да. Ну-ка, если я так сделаю. И вот так. Ага, поснимали броню. Давай, Раф, уничтожим. Нет, не получилось. Надо хильнуться. От греха подальше. Так, поехали. Да ё-моё. Добили. Добили. И остается последний шитик. Сейчас мы его с тобой распетрушим. Все. Переходим на вторую волну. Здесь, надеюсь, не будет этих да, блин, они везде. И вот эти, наверное, да? Как всегда у нас с отложенной смертью. Давай проверим. Ну, я так и думал. А этот-то как выжил? Вот это вот халабуда, скажи-ка мне. Я не понял. Такого не было, чтобы Маузер после вертушки еще выживал. Интересно. Или он закос под кланфутовца сделал, типа, да? Так, здесь, наверное, замедляху сделаем. Так, дальше начинаем бомбить. Так, уклоняшечку теперь. Теперь сделаем провокацию. Ну и поехали. Потихоньку будем бомбить. Так, иммунку, да, вешает на себя. Ладно, фиг с ним. Этот берет провокацию, ну это понятно. Само собой разумеющееся, друзья. Сейчас Рафаэль будет раздавать люльки. Ну тебе, Раф, конец. Допрыгался. Так, давай. Ну, Майки тоже неплохо бомбит по нему. А вот Железноголовый, конечно, вместе с Донни будет промахиваться. Ну-ка. Да ё-моё. Ну, да бей его, пожалуйста. Ага, ты видел, у него была отложена смерть. Да почему ты промахиваешься-то все время, а? Ну, это трындец, ребят. Прикинь, вообще не могу попасть. Жестко тут, конечно, да, жестко. Что ты радуешься-то, я не могу понять, радуется он там.
то, что броню на себя повесил, из-за этого такой радостный. Ярость Рафа, короче, вырубаю. Надоели они мне. Поехали. Чикаем всех тут. Окей. Так, нужно хильнуться. А то здоровья маловато. Отлично. Ну все, вот, друзья мои, и последний гигантский маузер, которого сейчас будем со всех сторон бомбашить мы. Начнем с проникающего. Так. Дальше, наверное, поджог сделаем. С постепенным уроном, да? Броня тут не нужна нам. Просто будем атаковать. Давай сделаем вот так вот суперудар. Это супербомбочка. И добивочный, скорее всего. Есть. Да, ребята. Последний бой, последняя волна, как говорится. И с тобой мы зарабатываем ДНК на Леонардо. Оригинал. Что очень классно. Так, друзья мои, задания мы все выполнили. Так, у нас сколько? Блин, ты посмотри, сколько? 57 тысяч сюриков. 57. Можно много чего купить, если, конечно, это было бы. Но этого почему-то нету. Так, испытания. У нас с тобой еще... Так, я могу... Я могу сделать вот так. Ой, подожди, подожди, подожди. Вот так. Ну, карта Бибабима. Вот зачем мне твоя карта Бибабима, а, скажи мне? Или вот эти $2 плешивых. А, все, кончился. Кончился сыр. Так, а кто-то там просил... Рэй, а как же рулетка? Ну, давай. Сегодня можно рулетку крутануть. Так, где она там у нас? Здесь. Поехали, посмотрим. Угу, угу. Леонардо фильм. Фиговенький выбор, потому что Леонардо фильм у нас прокачан. Опять Леонардо фильм, да что тебе? Кто-то сказал, а ты нажми и сразу, ну, останови. Давай попробуем. Я сразу же нажал, ребят. Как запустил. Эх. Ну это, ребята, какой-то заговор. Просто три Леонардо мне выпало за сегодня. Фильма этого. Труба. Левый фильм у нас... Он же прокачан, ведь так? Сейчас я посмотрю. Я должен убедиться. Мне почему-то кажется, что он имеет 5 звезд. Рафаэля я видел, да? Хм. Донателло не прокачанный. Не-не-не-не-не. Ты меня не обманешь. Я же... Куда он делся? Давай внимательно смотреть. Нету, здесь его нету. Здесь и нету. Тоже нема. Вот он. Ну да, ребята, прокачан максимально. По звездам я имею в виду не платиновый ранг, но по звездам полностью. Так что на сегодня будем с тобой закругляться. Неплохо так побомбили и на аренке подтянулись до Лиги Мастеров практически 2 звезд. Отлично. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам.